Какое чудесное утро. Надо пойти братика разбудить. О. Так, доброе утро. Доброе утро. Ты что, тоже в доспехах спал? Да, старая привычка. Ладно, я пойду подобываю дров, посмотрю что-нибудь из еды, а то надо с чем-то позавтракать, а холодильник пустой. Ладно, я тоже, пожалуй, выйду. Может, добуду какую-нибудь руду. Так. Так, походу у нас ночью взорвался крипер, потому что наше дерево чуть-чуть подломилось. Вау, как плохо. Но как же нам починить? Ладно, я пока пойду кого-нибудь поищу, кого бы можно было бы съесть. А ты пока... Так, так, надо забраться на дерево, пока я вообще никого не вижу. О, никого не видно. Ой, я вижу скелетика. Он меня тоже увидел. Так, надо взять мой алмазный мечок. Овечка, иди сюда. Вот мой братик там кричит, даже я его слышу. Братик, ты где? Я в лесу, а ты? Я со скелетом тут борюсь. Я тебя не вижу. Да ты меня и не должен видеть. Все, не могу говорить. Я его убью. Ура. Слушай, я раздобыла немного еды. Молодец. Так, зайди в пещеру, пожарь еды. Ой, ну, в наш домик. Слушай, а я тут курочек нашел. И паука. Понятно. Это плохо. Нет, курочки это хорошо. Я. А вот паук это... Вау! Плохо. Я его убил. Сестренка, айда ко мне. О, здесь зомби, привет. Опа. Да я не могу кое-что найти. Что не можешь найти? А, да так, неважно. Ой, слушай, а ты знаешь, что... Я тебя видел! Сестренка, обернись! Мне некогда. Что она задумала? Что с тобой? Ты как-то странно себя ведешь. Ну, у меня есть важные дела. А что за дела, если не секрет? Это секрет. Жалко. А я-то думала, что между братом и сестрой не бывает секрет. Это очень секретный секрет. Ты не должен об этом знать. Это что-то страшное? Это не страшно. Просто очень опасно. Шутка. Ха-ха-ха. Что это за... Сестра? Сестра! Чего? Это ты так смеешься? Нет, это кто-то другой. Может быть, у меня уже глюки, может, я на солнце перегрелся. Сегодня очень солнечный день. Наверное. Ха-ха-ха. Да что это? Нет, это точно ты. А ну, признавайся, что ты задумала. Я ничего не задумала, тебе кажется. Ух-ха-ха-ха. Ой, что-то мне плохо. Ой.